Да я тебе, твою мать, ты что, ее найти не можешь, что ли? Да как я ее найду-то? Ну я ж тебе русским языком сказала, зайди в Одноклассников и найди Наташку. Да этого мало, мам. Мало? Чего надо-то еще? Ну фамилию, возраст. Да откуда я знаю-то, какая у нее фамилия? Она, наверное, уже замуж вышла, да и развелась. Она всю жизнь ни путь не была. Ой, я не могу, господи, ну рыжая она такая, еще в 90-х на Советской жила, а я на Болотной тогда. Ну ты что, не помнишь, что ли? Мам, да я же в 2015-м только родился. Так, знаешь как, давай проще, пиши в поисковике Наташа. Угу, Наташа. Так, ну чё, сколько там этих анкет? Штуки 3? Нет, 30 тысяч. Компьютерчик, ну-ка дай сюда. Так, Володя, ну-ка помоги мне Наташку найти в Одноклассниках. Ну рыжая такая.